В августе этого года нашими корреспондентами уже освещалась проблема с контейнерными площадками в 6-м микрорайоне. В Купеленке между домами 2 и 4 находится одна из самых востребованных зон для сбора мусора, где было установлено всего пара баков. Конечно, для такого количества жильцов этого недостаточно. Тогда люди жаловались на постоянные завалы пакетов, отчего в районе стоял неприятный запах. Естественно, вся вот эта вот, весь этот негативный запах идет в квартиры, просто невозможно. Как выяснилось, ситуация была вызвана тем, что в тот период в микрорайоне шел процесс смены управляющей компании. Нынешняя сразу взялась за решение проблемы. Сегодня здесь вовсю идет монтаж новой контейнерной площадки, которая отвечает всем стандартам. Я очень рад, что построили эти контейнеры, а то их, когда было мало, мусор разбрасывалось, воняло везде. А сейчас вот хорошо, что построили, уже вонять не будет. Вместо двух баков на новой площадке их будет 7. При должном графике вывоза мусора этого количества должно хватить, чтобы проблема с завалами пакетов исчезла. В настоящее время подрядчик закупил уже необходимые материалы. В ближайшее время приступит уже к окончательному монтажу. Территория перемен у нас большая, очень хорошая. У нас планируется к работам не только здесь замена контейнерной площадки, но и на других домах. В частности, квартал Северный, дом 1, ну и так далее. Ситуацию удается наладить и во взаимодействии с Каширским региональным оператором. По сравнению с тем же летним периодом, здесь наконец, начали своевременно вывозить отходы. Однако проблему со сломанными баками для сбора пластика представители оператора так и не решают.